Всем привет, с вами Максимилиано Джонс, и сегодня мы будем спасать мир игры Эбола. Сюжет повествует о том, что в мире распространился вирус Э, то есть Эбола. Довольно-таки актуально сейчас, учитывая, что 2 года прошло с последней новости про этот вирус, но все же ладно. Ребята, видимо, только к этому моменту доделали. Но прежде чем мы начнем, давайте вспомним, чем хороша эта студия, Indie Game Studio. Я очень боюсь, что игра получится безумно сырой и безумно плохой, потому что посмотрите только. Это игры, которые они делали. Кто-нибудь видит хоть с одним положительным? Вот так вот. В общем, не будем загадывать, сразу включим и посмотрим, как это выглядит на самом деле. Вот так выглядит главное меню. Выглядит не очень классно, но ладно, все. Вот это потрясающий скрин, он появляется всегда при загрузках. Я так понимаю, это и есть вирус Эбола. Нужно найти путь в канализацию. По последней наводке, подземная лаборатория корпорации Паникум находится где-то недалеко. Ничего себе. А я, кстати, не помню, по-моему, все игры озвучивали, но у меня что-то проблемы с графикой, и лютые причем. Какое-то все мыльное. Как будто я на PlayStation играю. А что с управлением? А, это ультры? Ничего себе, прикольно. Но при этом чисто. Давайте поменьше я сделаю, но кадров 60. Давайте звуки еще уберем. Все, можно играть, я думаю. И чувствительность мыши побольше, а то вообще прям не работает. Так, нет, подождите, я хочу посмотреть, как это выглядит на ультрах. Тени, ладно. Я оставлю, пожалуй, ультра. Ладно, может, это я дурак, я не понимаю, как должна выглядеть действительно графика на ультрах. Видите, тут прям капли. Время как будто замирает, и на улице не души. Не знаю, я наоборот люблю дождь. А чё, куда идти вообще? Тут чё, свобода передвижения? Мне нужно спешить. Я зажал Shift, ты не бежишь. Так почему ты не спешишь? Объясни мне, пожалуйста. Вы видите вообще разницу? Вот смотрите, угадайте, вот сейчас я бегу или нет? А вот сейчас я бегу, нет? Вот бегу. Ладно, все. Куда здесь идти-то? Куда он спешит? Что это нарисовано? Столько вопросов. И нет никаких ответов. Так, вот это точно что-то блестит. Ну, давайте войдем в канализацию. Что он делает? Типа залазит? Я, пожалуй, сделаю это себе на рабочий стол, вот эту вот картиночку. Ладно, я слишком придираюсь, просто предыдущие игры меня не очень впечатлили, и поэтому мое мнение сейчас какое-то такое. Как будто я специально, типа, тут выпендриваюсь. Но судить вам самим, как выглядит игра, и принимать решение, покупать ее или нет. Не-не-не, все, у меня что-то... Причем на улице у меня на ультрах нормально, а в подземелье все, сразу упало. А, не, это просто упало здесь, окей. Что это? Краткий курс взломщика замков. Для того, чтобы начать взламывать замок, нужно открыть рюкзак, нажав И. После нажать на отмычку, подвернуть далее, закрутить цель. Блин, а чё так сложно-то сразу? Окей. Я все равно ничего не понял, но я попробую. Да, я узнаю этот фирменный стиль. Так, Ай. Отмычки. Почему-то они выглядят как портфель. Напоминает какой-то Fallout. Кстати, у меня есть игры, видео на канале по играм от этой же студии. Я вам скажу, они вообще ничем не отличаются. Вот никакой разницы просто.
Так, а зачем я открыл шкаф, чтобы он не открылся, да? Не-не, вот сейчас обидно было немножко, ну ладно. Пойду дальше. Ой, извините, что помешал. Я возьму только вот это вот, ладно? Спасибо. Чтобы взять пистолет, нажмите 2. Окей, все, нажал. 5. С первого по четвертый этаж ситуация вышла из-под контроля. Вирус Э, так его назвали ученые, вырвался из зон лаборатории. Или зон, ну да, как-то странно, ладно. Я как представитель безопасности не знаю, что и делать. По протоколу данной ситуации не была предусмотрена. Защитные компьютерные механизмы не сработали. Зоны заражения не были изолированы. И самоуничтожение посредством огня. Сотрудники... окей, ладно, очень интересно, я пойду дальше, пожалуй. А вот сейчас что я взял? Черт. Максимилиан, ловец снов. Можешь сохранить процесс. В прошлой игре, которая, блин, называлась как-то цифра 6220, 1488, я не помню, короче. Там то же самое, только надо было пачкой сигарет сохраняться. Что это за бункер? А что, дверь открывается? Ого. Прикольненько. Чтобы сохраняться, нужен ловец снов. А? Вот вам как, давайте сохранимся, я думаю. И потом, кстати, мне кажется, если у них они не починили, надо еще Е нажать, да. Не все так просто. Нажимаете, да, потом Е накрывать. То есть реально, да? А, типа реально прилег? Окей. У нас еще зачем-то пульс здесь. Опять ловец снов. Машинка. Очень... Да-да-да. Блин, капец, у них все игры просто одинаковые, абсолютно. Меняется только... сюжет. Мне кажется, если посмотреть вообще все игры, то эти, как бы, текстурки будут те же самые. Кстати, MacBook. Прикольно. Секретно. В связи с нестабильной ситуацией, связанной с Э, вирус на базе CROD-529 от командования, был получен приказ 928. Немедленная эвакуация следующих сотрудников. Адам Дэвис. Адам Дэвис. Что-то знакомое какое-то имя. Крис Джонсон, Даниэль Робинсон. Угу. Точно. Итан Фостер. Я понимаю, да. Но игру делали русские ребята почти. Ну, ладно. Типа Америка, ладно. Я хочу увидеть первого врага. Ого, ого! Не одобряю. Так, все, тогда убираем. Нехорошо. Я надеюсь, игра 18+, все-таки. Хотя, по-моему, материться можно 16. Ну я-то знаю, что самые ловкие из нас поставили на паузу и прочитали, что там написано. Давайте мне первого монстра, пожалуйста. Ну конечно же, эмблема Паникум. Куда же без них? Я на верном пути. Я хочу, чтобы чувак из сериала озвучивал. Мне кажется, я зря не читал записки. А не то, что я на верном пути. Ладно, сейчас вернусь и подгружусь, когда сюда приду. Я вернулся к той записке, которую мы промотали. В общем, тут есть подсказочка, так что читайте обязательно тексты. Пароль — это порядковые номера двух главных начальников, которые стоят за всем на базе CROD 529. Так... тогда нам надо обратно вернуться сюда, где у нас список сотрудников. Потрясающе бегает. Сотрудники управления системой безопасности. А кто здесь главный? Главы управления. А, ну да, логично. 98-51. Все, изи. Ладно, побежали. Ну, быстрее как-нибудь. Кстати, смотрите, что я еще нашел. Эй. Блин, ладно, что-то он драться не хочет сегодня. А так на Q, если нажимаешь, он типа бьет прикладом. Типа пытается. Твою мать, я забыл пароль, пока бежал. Господи. Ладно, сейчас помню. 98 51.
Эхей! Ну все, зомба, погнали. Ого! Ну что, вы готовы, ребят? Что? Почему? Выйдите, я прицелил сюда, у меня прицел вот так вот, окей. Что? Я вообще в него стрельнул? Что происходит? Чего? Я что, холостыми стреляю или что? Эй, зомбо. Эй. Все в порядке? Ну, видимо, нет. Он что-то подлагивает как-то немного. Он сквозь текстуру прошел. Он точно какой-то странный. А, я типа стрелять должен? Какого черта? Стой! Я буду стрелять! Как тут перезаряжать? А если бы он меня убил? В жизни такого экшена не видел. Они даже те же самые загадки, головоломки вставляют, господи. Ладно, сейчас подождите, решу все. Что это за звук? Ай, ладно, ладно, все, не придирайся, не придирайся. Мужик, ты, может, это все-таки отдохнешь? Какого черта вообще? Зомбо! Ты что делаешь? Он меня зажал, просто гнида, умри! Скотина! Ты помер, нет? Да что происходит? Какой биохезер? Это что за дерьмо? В этот раз я ему даже голову отстрелил. Если он сейчас встанет, то я просто делаю это рефаунд. Просто сразу, моментально. Что это? Что это за трубка мира? Почему я не могу взять? Откуда здесь трупы взялись? Они вообще здесь лежали? Что? Что это за палочка? Ладно, поехали. Пожалуй, из этого ада. Ребят, вы отдыхайте пока, ладно? Лифт вообще едет, нет? А, да, едет. Спорим, сейчас оттуда тоже зомба вылезет какой-нибудь. А это у него руки или перчатки? А, нет, руки. Окей, окей. Какой восьмой этаж? Господи, я на каком этаже? Я в канализацию спустился. Как восьмой-то этаж? Ладно. Какой-то обитель зла прям. Ладно. А куда мы? Куда ты нажал? Я вообще на четырку тыкнул. А это что за кнопка? Ладно, поехали. Там уж пофиг. Куда, господи. Ой, сейчас поудобнее сяду. Крестик, чтобы это сохранил и спас. Вот этих ужасов. Угу, классный лифт, и он и выше почему-то оказался. А, подожди, я реально на 4 нажал? Ага, прикольно. Поехали на 8. Покатаемся. А, музычку что ли включить какую-нибудь? Сейчас подставлю, пока еду что ли. Да, приехали. 8 этаж. Тоже надо, да, ключ? Ладно, поехали на следующий этаж, господи. Вот мне кажется, я зря не читал записки. Там, наверное, написано, какой этаж мне надо. Ладно, музычка. Я думаю, можно сразу ехать, да, ребят? 6, да? Ладно, я дальше поехал. У меня есть какая-нибудь ключ-карта? Не, у меня нет ключ-карты.
О, здрасте, у вас тут нет случайно ключ-карты? Что это, конфетки были или что? Антивирус, ага. Да господи, да в жопу вас, куда мне ехать? Третий этаж, погнали. Ох. О, наконец-то. Отлично. Что это у тебя? Опять вирус Х? Нет, патрончики. Нужно узнать, кто стреляет. Да, очень надо узнать. Эй! Что это? Это жук какой-то? Стой на месте. О, женщина! Здрасте. Как тебя зовут и номер отдела? Максимилиана. Логан Джонсон, ну конечно. Кого ты был? Сейчас посмотрю. Куда ты? Ни хрена себе. Ого. Вот это технология. В базе данных. Кто ты? Я попал в панику с поддельными документами. Мой брат был связан с корпорацией и помог мне попасть сюда. Моя цель — найти доказательства. Там зомба идет. Может, это убьешь, нет? Что способен панику? Умри, парень. Стой, не надо! А! Пугался? Я была брошена здесь, чтобы умереть. Так что не волнуйся, я тебе помогу. Для этого тебе необходимо взять образец вируса Е. Блин, ну ладно, попытаться. Систему безопасности, чтобы уничтожить базу. А я пока что очищу нам путь. А можно мне твою пушку, пожалуйста? Я в долгу перед тобой. Хорошо. Кстати, я не представилась. Меня зовут Эмма Миллер. Позаботься о себе, Логан. Встретимся через пару часов возле поезда. Хорошо, как скажешь. Люблю вас, женщин. Можно мне ваш автомат? Дайте посмотрю на вас. Почему ты отворачиваешься? На, это, очищай путь. В смысле? Ты чё, мать? Ты куда ушла-то? Мать! Ты отжиматься прилег? Что это? Он так нежно прилег вообще. Капец, неулучшенно бронированная. Что это, где вообще шипит? Кто хапит? Мужик, я же знаю, что ты жив, не притворяйся. Да блин, почему у тебя пули от лысины отскакивают? Что это за... Женщина, мне кажется, у вас астма. Почему он перезаряжает только пустой пистолет-то? Тоже прилегла отдохнуть. Блин, новый кончик, конечно. Ой. Мы оказались за... Не, я даже это читать не буду, ребят. Хотя там может быть сюжет. Ключ. Я подобрал ключ. Ключ. А вот. Ой, господи, сколько мата. Все, это 18 плюс. Женщина, вы подниметесь с колен? Точнее, с пола. Че? Ты нормально вообще там шкериться? Да, тоже отдохни немножко. Что-то пить этот вирус Х. Ладно. Ребят, вы тут пока отдыхайте, и я, пожалуй, пойду, наверное. Ладно? Ладно. Нужен ключ третьего этажа. Я же взял ключ. Не входить без разрешения. Ключ от первого этажа. Все, отлично, поехали. Ребят, я думаю, вам, как и мне, очень нравится эта игра, да? Первый этаж, все, поехали. Так, музычка. А вот, кстати, светильник такой там. Все, так, это предвзятость. Мне понравилась одна из их игр, на самом деле. Там ребята меня уже ждут.
А чё он не стреляет? Ребята, нет, вообще, вообще! Пошёл в жопу! А чё он не стреляет? Почему мне пистолет не стреляет? Меня чуть не убил только что. Человек. Не, поехали на первую петлю. А чё такое? Я типа должен выйти из лифта, чтобы стрельнуть? Охеренно! Охеренно! Как вы себе это представляете, ребят? То есть они прям в упоре стоят в лифте? Короче, всё, господи, ладно. Музычка. Лёха, привет. Стасян, ты тоже тут, да? Можно я вас постреляю? Мне для этого надо выйти. Ну, у тебя рот белый. Ты придурок, что ли, вообще? Пацаны, я стрелять не могу. Видите, я просто не могу стрелять. Давай, кусай меня, кусай. Вот сюда, еще сзади давай. Давай, детка, давай. Вкуснее. Ребят, вы сами все видели, я просто не буду ничего дальше говорить, вы все поняли. На сегодня все, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Чао.